января Уинстон Черчилль обратился к Иосифу Виссарионовичу Сталину со следующим посланием. На Западе идут очень тяжелые бои. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее строжайшей тайны. Я считаю дело срочным. Черчилль. Спасая англо-американские войска от разгрома, верная своему союзническому долгу, советское Верховное Главнокомандование начало стягивать войска к берегам Вислы. Товарищ Сталин в своем ответе Черчиллю писал: «Учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января».